замечательное событие в жизни молодых людей и девушек нашего города Кингисеппа, Кингисеппского района. Это вручение паспортов граждан Российской Федерации. Александр Иванович. Дорогие, уважаемые, любимые, юные граждане города Кингисеппа, вот и наступил этот знаменательный день для вас. Сегодня вы получите самый главный, самый важный документ, это ваш паспорт. Паспорт гражданина Российской Федерации. О том, что это за родина, какая это родина, вы уже прекрасно знаете. Нашей родиной можно гордиться. И в том краю, в котором мы живем, это родина с вековой историей. Если вы помните, то наш родной край был организован, основан 4 года спустя после Куликовской битвы, где была продемонстрирована великая мощь и сила русского оружия. Выражаю глубокую благодарность и признательность и от себя лично, и от своих коллег-депутатов Кингисеппского района и города Кингисеппа, с этим знаменательным для вас праздником. Хочется поблагодарить ваших родителей, ваших бабушек и дедушек, которые вложили душу и сердце в ваше воспитание. Сегодня многие с вами присутствуют здесь, на этом торжественном мероприятии. И я думаю, что вы будете самыми добрыми, самыми главными продолжателями ваших традиций в семье. Пусть российский паспорт будет вашим другом и товарищем на протяжении всей вашей жизни. Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Наша партнерская миграционная служба России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском районе Виктория Валерьевна Кудрявцева. Добрый день, я хочу присоединиться к словам, которые сказал сейчас Александр Иванович. Это уже стало доброй традицией, и с каждым разом все приятнее видеть больше и больше граждан наших Российской Федерации, которые желают получить этот основной документ на сегодняшний момент. И еще раз поздравляю вас и с этим знаменательным днем. И думаю, что мы, наверное, можем приступить. Вы сегодня получите тот документ, который надо беречь всю свою жизнь. Это ваша защита, где бы вы ни находились. Потому что что там написано? Российская Федерация. Вы действительно в достойной стране живете, в достойной стране воспитываетесь, учитесь бесплатно, государство вас обучает, дает вам профессию в основном бесплатно, для того, чтобы вы были надежны в своей жизни, чтобы дорога перед вами всегда, вы знали о своем будущем. С праздником сегодняшним, здоровья и всего самого хорошего вам и вашим родителям. Хочется поздравить всех с знаменательным событием, с получением паспорта, ну и пожелать всем удачи. Не только радостный, но и волнующий день. Вы получаете паспорта, вы становитесь полноценными гражданами Российской Федерации. Не забывайте, где вы их получили.
Когда вы успешно закончите свое учебное заведение, возвращайтесь к нам, не поднимайте наш край, делайте его лучше, могущественнее и богаче. Удачи, всего самого хорошего, самого наилучшего. Алексей Николаевич Румянцев. Гордитесь данным документом.